Други, браты, всем привет. В общем-то, к бате приехал. Вот. На навес эти листы, которые он отдал мне, надо посмотреть, да, показать, точнее, вам, я тоже посмотрел. Вот они лежат. Ну, местами такие простреленные, поклеить герметиком надо будет. Ну, длинные, очень длинные. Где-то примерно 6-7 метров. Местами даже, возможно, 8. Я долго думал, на чем перевести. Длинный грузовик какой-то нанимать дорого и неохота. Поэтому было принято решение попробовать увезти на Иж-планета. То есть у Женька, у Джозефа, вон он. Мы купили, съездили ему планету уже, наверное, 2 недели назад. Еще. Да, ну вон тебе покажи. Вот, короче, вот она, Иж-планета. У Женька на канале есть видео, как мы за ней ездили. Ссылку в описании кину. И кому интересно. Вот, сейчас мы вот эту вот срань снимем. Ну или борта ей разломаем. Или даже вот эти задние, только и передние. И попробуем на хотя бы по одной на этой планете попробовать увести. Не знаю, что с этого получится и получится ли вообще с этого что-то, но попробовать можно, как говорится, попытка не пытка. Либо на планете бесплатно, либо за бешеные деньги нанимать большую воровайку. Поэтому будем пробовать. Грузовичок заправляем? Да. Грузовичок заправляем. 92-й, Вася, G-Power, Turbo Energy. Так, сейчас, что надо? Что надо? Шоколада. Все в прицеп перекидать и вот эти вот боковухи поотламывать, поотбивать. И можно выгонять пушку, гонку, ракету. Он даже заводится маленько. Так. Подсосать надо. Волшебная правда. Вроде подсосано. Ну-ка. Чё? Шайтан, успина, давай. Работает. О! Это походу будет. Вы не смотри. Отлично. Все крепления. Рацел на рацел. Всё. Сейчас выкидываем все из прицепа и будем пробовать перевозить. Пускай прогревается, стоит. Наоборот, добавлял, стоял сейчас. Весь дымит, но работает. Женек будет из него горный делать. Горный сек. Ну что, поехали? Ильич, скажите что-нибудь на колхозном. Что все такие происходит? Сейчас говном закидает по-любому. А нет. Грузоперевозки на Иж-планета выглядят примерно вот так. Я не знаю, скольки метровый этот лист и как его закрепить, чтобы он не прыгал и в землю не воткнулся. Но весит он килограмм, наверное, 71. С того, что на нем еще какого-то утеплителя целая куча. Мы поехали! Да, ехаем.
Только аккуратней, смотри, во-первых, сюда, где-то собака. Там машина едет. Еле на первой тянется эта херня. Надо было, знаешь, что назад было его сместить. Потому что воткнется. Люди на нас смотрят, как... Как на профессиональных перевозчиков. Да-да. Один огромный лист привезли. На планете залетел прямо аж сюда. Сейчас крепление для камеры какое-нибудь найду дома. И закреплю ее так, чтобы... Ну, куда-нибудь на планету, короче, закреплю. Чтобы нас видно было, как мы едем. Вот, планета, пушка, гонка. Так, в общем, мы это... я прицепил камеру к спидометру. Так, сейчас выкатывать будем. Задней передачи нету на этом. Есть задний пеньковод. Дай. Да подожди, ты нейтралку не поставил. Тихо, главное в глазку не попасть. Развернулся, да поехали по говнам уже. А я сейчас не подумал об этом. Потолкать любителя. Садись. Сейчас зайдем, он, короче, подгазовывать надо. Советскую технику любить, да? У тебя коленки плохие. Так вот, берешь. С первого раза заводишь. Че это вообще плохо? Че это на плохо? Приехали. Нам тут, конечно, много. Надо тогда эти закинуть. Мелочь? Нет, мелочь перекинуть просто надо, чтобы она не мешала. Сейчас я камеру разверну. Здесь коробку-то лучше настроить можно? Да можно все сделать. Она пока на замученной жизни. Дай сцепление. Не коробка. Что, давай? Тяни. Что, упрок по два? Думаешь? Да. Надо еще взад откатить маленько, чтобы она ровно встала. Так. О. Вон оно чё, Михалыч, оно и там, и тут. Так, стой, давай это я здесь приподниму, а ты подтолкни маленько там. Ай, скорость пробы выключим. Дай без скорости нормально. Так.
Да, тут... да все, поехали, давай. Не, а ее ведется. Ты... А? Так. О, так, более-менее, да? Да есть, он сейчас зальет. Он настроит то, чтобы она работала. Ехайте отсюда, ребята! Мы едем, едем, едем в далекие края, везем всякую хрень с Ильей домой к нему. Нет, тарами как-то сильно прям, тяжело ему. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Сзади никого нету? Да чисто, чисто, четко. Да уже поясняет, мне кажется. Или сейчас поворачивай, пускай ждет. Ладно, чтобы там никто не выехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, воткнемся, так балансирую. Балансирую. Газель сюда едет. Люди, смотри, улыбаются. Блогеры на ЖК катаются. Мне кажется, у меня получше, да? А он хоть и болтает, а мы сейчас перевернули. Давай. Они хотят сзади, посмотри, как у нас получится, рукой махают, типа, ехайте вперед. Хотите прокомментировать? А, хочу. Руки устали. На 350 кубовом мужике ездить сложнее, чем на литровом Кавасаке. 345 по документам. 349 должно быть. 45. Обманули. Сволочь. Как насчет получше, но поглубже точно. Да. Так, надо бревно на ноги убрать. Руки как будто бы я их вручную нес. Это советская техника. Ты там говорил. Ты когда к ней подходишь, ты уже вставать должен. Давай передохнем, вот он уже поонемел. Давай. Три штуки увезли уже. Первый раз одну, второй раз две. Сейчас хотим попробовать разом четыре или хотя бы три увезти. Снег идет, погода такая, ну весна на Кубани наступила. Да. Все нормально. В общем. Все по плану. Будем пробовать дальше. Как-то так, только надо назад маленечко откатить. Вот так. Четыре или три? Не знаю, так, на какой бок ставим? А, на правый. Давай, на левый для меня. Ага. На себя ближе. Так, ну задвигай. Так, загрузили еще ходочку, уже три штуки. В следующий раз 15 повезем. Да. Вот смотри, аккуратно. Я вот так упрусь. Ага, я сейчас.
Что, поехали? Там Мерседес. Вон. О, там вообще много. Так, пошел, ехал, посмотрел. Да, Жень, флажки взять надо. Флажки. Сейчас будет нормально, две машины проедут, и мы поедем дальше. Немного колхозных покатушек по ленту. Нет, стоп, вон. Как назло. Машин много. А? Света, наверное, скоростная стоит. Тихо, вон, хуйня, блядь. Сука! Сейчас. Вытаскивать, блядь. Так я не видел, блядь. Все, сели в яму. Машин много. Не упало. Не, надо с той стороны мотоцикл толкать, сейчас машина проедет, а я приподниму, и он покатится. Только я не знаю, нейтралка там. Давай, вот, тогда я тебе это, сэндвич панели. Толкай за панели. Погоди. Сцепление выжми на всякий случай. Так, раз, два, три. Отлично. Давай на дорогу уже полностью вытолкай, пускай отвечает. Спасибо. Так. Так, стоп, назад панели надо. Видишь, они туда смотрят. Они нормально. Нормально, поехали. Сейчас сядешь, они вверх поднимутся. А она чуть не вывезла. Я газ в пола сжал. Может, нагрелась уже? Не, вообще холодная, даже не шипит. Может, она не догрелась еще. Не простое это дело. Давай придумаем нашу, как называется наша контора. Возить на еже. Очень тяжелые штуки. Лишь перевозки? Ижовские. Посмотрим. Чтобы их ставить сразу, понял? Да? А? Пятая ходка? Да. Пятая ходка, ребята, уже вот так вот на жестких вылетах 6-7-метровые листы на Иж-планета перевозим, коляска просаживается. Каждый лист примерно по 80-90 килограмм весит примерно. И вот эту сейчас увезем, останется вот это и два огрызочка. То есть еще это еще одна ходка. В принципе, все нормально, бесплатно перевезли без помощи всяких грузовиков. И батя мне их подарил, поэтому навес я и буду покрывать ими. Они, в принципе, очень толстый, такой хороший металл, крепкий. Будет все ништяк. На туалет пойдет. Да, потом что-нибудь, когда навес разберу временный, что-нибудь с них построю, может быть, еще. А их что, они вот такие вот с виду загашенные, некрасивые. А их покрасить, если они будут нормально смотреться. Тем более, если ты с утеплителем их оставишь, у тебя вот сортир с утеплителем будет.
Тебе их буквально... У меня сортир дома есть. На улице. А зачем на улице сортир? Поссать я и в яму могу. Ну, потом на будущее. Для гостей? Для гостей, для очень хороших гостей. Которые шашлык будут приезжать на улицу бухать, да? Да, не, знаешь, для гостей, которые не очень званые и не очень желанные. Пускай на улице срут. Так пускай они тогда и гостят там. Можно, да, сделать им конуру для отдыха. Ладно, все, погнали, повезли дальше. Все, за последней ходкой едем. Вон такая куча. Уже привезли. Осталось еще там 3 обрезка. Вот и все. Сейчас Женек хочет, чтобы по говнам по этим проехать. Сейчас он сзади поснимает, как оно. А, или можно вообще камеру поставить на этой. Ну вот, последняя ходочка. Загрузили. Один длинный, 2 огрызка. И, собственно, вот у бати здесь уже ничего и не мешает. Доски эти дрова спалить. И все. Здорово, красота. Теперь у меня эта куча будет. Но я в следующем видео уже покажу, как я их буду закорячивать на крышу этого навеса моего, который из говна и палок. В общем-то, и доделывать навес, так скажем, по бюджетным колхозным технологиям. В общем-то и все, закончили перевозку. Фу, позадолбались, немножко это тяжело было, но ежак планета справился, все четко, все здорово. Вот такая куча, и там еще 3 штуки. Навес покрою, а там дальше видно будет, какая судьба будет у этих листов. Вот, все здорово, все хорошо. Все, всем желаю огромной удачи, здоровья родным и близким. И до новых встреч, пока-пока. Хорошо, машин нету, нейтралку ставь. Далеко тормозили. На, камеру, держи. Сейчас я укачусь. Это заебай, какой раз. Еще и фара, смотри, развернутая. Для себя, пидоря, делал. Да похер, можно выехать, он же внедорожник. Да конечно, выйдешь. Сцепление буксовать будет такое. А не проедем, да, там между? Ага. Комбат твой стал удобно очень. Или пролезет. Давай переоденусь, ты его закатишь тогда. Давай машину. Посмотрим, может проедет. Да нет, нихуя. Ни хрена. Отъехать. Давай я свою машину откачу назад. Там проходит? Да, да, да. Тихо, выворачивай, все, выворачивай. Подожди, чтоб задним крылом тебя не поцарапал. А ты говорил, не пройдет. Миллиметровщика. Я же это, межрядье люблю. Межрядье? Это считай, по межрядью прохватил. Между машин, видишь? На мотоцикле с коляской. Межрядье. Ну, вообще топчик, да?